Компания Кабель РФ представляет вашему вниманию новое видео. Но сначала подписывайтесь на наш канал. Сегодня мы расскажем о низковольтном оборудовании производства компании АББ. Это современное решение, полностью разработанное немецкими инженерами. В серии System Pro M Compact представлена линейка модульных автоматических выключателей S200. Значение их отключающей способности составляет 6 кА, что делает возможным применение продукции не только в жилом, но и в коммерческом и промышленных секторах. Используются двойные зажимы клемм как сверху, так и снизу. С их помощью можно легко подключать жилы кабелей и проводов с одной или многопроволочной жилой без потери надежности соединения. Также такое исполнение обеспечивает удобное раздельное подключение гребенчатых шин и проводов. Возможно подключение жил кабелей и проводов с сечением до 35 квадратных миллиметров включительно. Из дополнительных удобств можно отметить встроенный индикатор состояния контактов. Во включенном состоянии в окошке появляется флажок красного цвета, а при выключенном – зеленого. Автоматические выключатели SH200L входят в серию Compact Home. Эти автоматические выключатели имеют отключающую способность 4,5 кА, что делает возможным их использование только в жилищном строительстве. В отличие от предыдущей серии, у этих автоматических выключателей отсутствует индикатор состояния контактов. Клеммы имеют одинарные зажимы, поэтому шинную разводку можно установить только спереди. Есть возможность подключения жил сечением до 25 квадратных миллиметров. При этом имеющихся характеристик серии достаточно для комфортного бытового использования. Сравнение параметров двух серий представлено на экране. Серия УЗО F200 от АББ – это профессиональная серия модульного оборудования. Основная сфера ее применения – промышленные и коммерческие объекты, но возможно и бытовое использование. Они имеют двунаправленные клеммы, позволяющие одновременно подсоединять по два проводника, как снизу, так и сверху. Серия УЗО FH200 – это бюджетная версия, ориентированная на установку в бытовых и офисных системах электроснабжения. Она является частью линейки Compact Home. УЗО FH200 поставляются в двух- и четырехполюсном исполнении для сетей переменного тока. На лицевой панели расположены рукоятка, индикатор состояния и тестовая кнопка. Сравнительная таблица технических характеристик серии представлена на экране. DIF-автоматы самой популярной серии DSH941 способны обеспечить защиту всех типов однофазных сетей. Они отличаются инновационной конструкцией с одним рычагом управления и индикатором срабатывания потока утечки на землю на лицевой панели, что позволяет сразу определить тип неисправности в электросети. Отключающая способность 4,5 кА. Номинальные токи составляют от 6 до 40 ампер. Тип защиты потока утечки на землю – АЦ. Эти аппараты находят свое применение в промышленности, коммерческих зданиях, а также в жилищном строительстве. Приобрести низковольтное оборудование различных производителей вы можете на нашем сайте. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые ролики.